Джутовая филигрань – удивительный вид рукоделия, позволяющий из простой веревки джутового шпагата сделать необычайно привлекательные ажурные вещи. Такие шкатулки, картины, светильники делают интерьер особенным. Выставка работ в такой стилистике «Красота для уюта» открылась в Зале искусств библиотеки Маяковского. Наш автор нашей удивительной выставки – Любовь Александровна Ивлева. И вы знаете, невозможно не восхищаться людьми, которые способны из их фантазии, выдумкой, изобретательностью, которые вот способны из обыденных вещей сделать красоту. Вот Любовь Александровна, она из этих творческих личностей. Первыми декорировать вещи подобной техникой начали древние египтяне еще до нашей эры. Их идею подхватили греки, финикийцы, индусы, а гораздо позже под названием скань необычное плетение стало применяться на Руси. Жгутовое творчество не несет больших затрат. Кроме веревки используют клей-трафарет, на который накладывают замысловатые завитки. Ну, мне очень нравится ангел. Замечательные работы, которые она сделала филигранно, вот именно что филигранно, и с большим чувством. Очень нравятся светильники, потому что они создают какую-то неповторимый уют и романтическую атмосферу, и чем-то напоминают эпоху Серебряного века, эпоху модерна. Вот есть в этих светильниках что-то такое. Выставка «Красота для уюта» открыта для горожан в часы работы библиотеки Маяковского. Возрастное ограничение 6+. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.